Итак, дорогие друзья, солнце поднимается, мы с вами на даче, 6:30 утра, и у нас есть минут 15, чтобы сфотографировать вот эту композицию. Казалось бы, простенькая такая, да, но я надеюсь на этот свет красивый, настоящий, и я поставил камеру, что у меня там стоит. Одна 200-я, но это много, лучше я добавлю здесь. F8 диафрагма 100, выдержка 400 плюс, потому что немножко темновато для камеры. Ну, давайте попробуем. Так, сейчас немножко скрылся свет, деревья мешают, но я думаю, я успел. Вообще в этом деле минут 15 и все. Так, давайте я еще посмотрю. Должно быть хорошо. Ну, я принес еще кисточку. Я потом буду ее еще брызгать. Чтобы меленькие капельки упали на цветочек. Окей. Нет. Ну, вроде как неплохо получается. Будем ждать. Будем ждать теперь более яркого света. Посмотрим, что это будет. Я хочу, чтобы вот здесь освещалось. И оно было, но пока за деревья не зашло, но подождем. Может быть, еще раз появится. Видите, освещение идет. Красивое, настоящее. Сейчас солнце поднимется. Я сфотографирую. И на всякий случай еще стекинг сделаю. Хотя, я думаю, здесь не нужно. А потом мы с вами посмотрим, что получилось. Окей? Ну что ж, давайте мы с вами посмотрим, что мы тут наснимали. Ну, во-первых, я хочу вам показать. Разрешение вроде нормальное. Резкости могло быть побольше. Ну да ладно. Смотрите. Вот без отражателя, вот с отражателем. Да? То есть, как бы немножко, но цвет другой. Первое, что мы видим, что стекла надо мыть, ребята. Стекла надо мыть и хорошо мыть. Я тут побежал. Посмотрим, что тут можно сделать. Тени так. Так, четкость. Маленько добавим, удалим дымку. Может быть, ее наоборот добавить. Красочность нам нужна, насыщенность. Ну, насыщенность мы можем добавить, если мы хотим не натуральные цвета, а такие заманчивые какие-то. Так, я бы хотел вот утро, в общем-то, все-таки. Вот, черно-белое даже смотрится очень и неплохо, ребята.
Можно черно-белое сделать еще потом. Да? Хорошо смотрится. И тогда вот это вот все не помеха. А мы пока сделаем вот так. Угу. И откроем изображение. Теперь мы его скадрируем маленько. Вот здесь подвинем. Здесь чуть-чуть подвинем. А тут немного. И сверху немножко. Вот так. Так, ну что тут делать с этим? Что ты с этим поделаешь? Сейчас попробуем. Ну, я говорю, стекла надо мыть просто-напросто. Четко, очень хорошо перед съемкой надо стекла. Я забыл этот принцип. И вот на тебе. Сейчас попробуем. Фильтр. Динокс. Применить Деносик. Я не думаю, что это сильно поможет. Как видите, вообще не помогло. Поэтому оставим, ребят, так как есть. Пускай это будет рустикальная такая штука. Может быть, еще. Но на будущее запомним. Мыть. Мыть надо. Так, то есть, вот видите, мы перетащили эту штуку, немножечко ее подсветили, получили вот такую вещь, да? В принципе, неплохую. Так, оставим ее пока и займемся другим. Так, теперь черно-белое давайте попробуем, да, коррекция. И у нас черно-белое. Вот он, черно-белый. Угу. Так вот. Хорошо, и теперь еще коррекцию посмотрим. Вот так. Таким образом. Тоже сохраняем. Где у меня тут цветочки? Фотос и цветочки. На другое имя дать. Шварцвайс. Вот так. Вот. Вот такой тоже неплохой. Теперь давайте посмотрим, что у нас есть еще. Так, тут мы фотографировали при таком свете и стекинг. Три раза я делал стекинг. Не знаю, какой из них лучше. Давайте этот возьмем. Открыть изображение. Нет, это не пойдет, скорее всего.
Слишком близко вверх, не усмотрел я. Так, ну, когда торопишься за этим светом, это хорошо, когда в студии, да? Сидишь себе, свет настроил, радость такой, щелкаешь. Здесь немножко не так открыть. Давайте посмотрим сейчас еще раз, откроем свет. Вот тут я фотографировал. Дождь фотографировал. Не учел, что один раз только можно. Потом уже эти цветочки начинают. Так и так. Вот это мы сняли. Нам надо. Вот тоже хороший. Так, нам надо найти, где мы снимали стекинг. Вот оно. Раз, да, два, три, четыре. А что, четыре всего? Не может быть. Раз, два, три, четыре. Пять должно быть. Вот так. Открыть изображение. Давайте более такое холодное, скажем так, возьмем. Я сначала, когда эту дверь брал, я расстроился, что у меня эти стекла непрозрачные, такие полупрозрачные, но сейчас я вижу, что это только в кайф. Вот так бывает. Так. Автоматизация, фотомерч, добавить открытые файлы, наложение убираем, окей. Что-то в этом тоже есть, такое утрешнее серебряное, вернее это туманное, утро туманное. Кстати, на озере был туман. Угу. Теперь возьмем, редактируем, выделим все эти. Вот так. Пойдем в редактирование и скажем автоналожение слоев. Окей. Готово. Соединяем все. Немножечко нам надо вот так вот развернуть. Вот так. Посмотрим теперь, что здесь. Так, Shift Ctrl T и начинаем маленечко. А не, надо было сначала. Тритон. Да елки. Вот так. Так, как-то нам перспективу надо поправить. Попробуем. Так, ну, сейчас вот так поправим немножечко. Меня волнует только вот этот кусочек, поэтому... Масочку черную, а вот здесь вернемся на круги своя. Тут тоже можем немножко поправить. Так вот.
что ж, тоже имеет право жить. В следующий раз мы с вами сделаем что-нибудь поменьше, чтобы она не вылазила за окно. Окей? Ну, вот вроде бы и все, пока. И так мы будем с вами продолжать.